Я вас приветствую на канале 18 соток. Сегодня поговорим о перце, который называется перуанский фиолетовый чили. Перуанский фиолетовый чили очень шикарный, красивейший куст. Высота его примерно метр, может достигать 1,30 м. Стрючки у него темно-фиолетовые, почти черные. Растут в вертикальном положении. Но если становится перец крупнее, может свисать под своей тяжестью. Созревают от темно-фиолетового до красного за 85-95 дней. У растения темно-фиолетовые листья, темно-зеленые листья с фиолетовыми прожилками. И опять же, чем больше солнца и тепла, тем листья становятся более фиолетовые. Если растут перцы в холодном климате, листва становятся зеленые, фиолетовые прожилки и пятна становятся совсем почти незаметными. Вот так выглядит перец в зрелом состоянии. Созревать он начинает с нижнего яруса, и там перцы крупнее. По мере созревания он становится красным, и в разрезе он выглядит вот так. Толщина стенок около 2-3 мм. Очень острый, от 50 до 70 тысяч единиц по шкале Сковела. Очень приятный на вкус. Очень острый. Ствол у этого растения тоже почти черный, черно-фиолетового цвета. Цветочки мелкие, фиолетово-белые. Растут в полувертикальном, можно сказать, положении, немного наклонены вниз. Вот такое вот красивейшее растение. Очень обильно плодоносит, большое множество плодов. И цветет, и плоды разной величины. Сейчас на нем присутствует. Правда, мы урожай уже собрали, сейчас не видно в зрелом состоянии перцев. Но все равно куст от этого не выглядит хуже. На этом обзор заканчиваю. Заходите на канал, подписывайтесь. Буду знакомить с другими сортами острого перца вас.